Вот все, бери меня. Бери коробок. Приехал к Гапаку, кинуть троих отсюда. Куда смотреть? А, на это? Да, туда, видишь ты вот. Видишь? Не вижу. О, что-то блимое, что-то мигает. Дай какие-то, не показывай ничего. А, да ты ж, да стой, ты вот это уже, ты рукой-то, стой. Да, подожди-ка, ты вот это вот приблизил, тихо-тихо. Скажи, что ничего не наворай. Стоп-ка. Ты просто не туда руку взял? Ну, я ж не знал, что там. Да я не пойму. На. Ничего не пойму. Нас. Держи. Ладно, сейчас стой. Ну, снимать же будем. А ну-ка, ну держи голубью. Ты тогда кинешь, держи. Сейчас, обожди, еще одну возьму. Стой, стой. О, не туда мы, ага. Вот, гапак сейчас моих голубей от себя кинет. Сколько до меня? Это километр. Километр? Ага, так. Напряму по небу километр. Ага. Это киевская, сейчас обожди, киевская, чужачка и конопатая. По Сашиному. Жирные, сразу скажу. Я знаю, ну давай. Моих двое летали. Опа! Ну ты что, специально хотел это ее убить? В провода бабахнул, ё-моё. Попало. Да, так. Итак, тройку я от гапака кинул. Мои двое летают. Ага, и его двое летают. Сейчас мы возьмем сначала своих. Да еду к Кременскому поздравить его жену. Ветерок такой, что они привыкли туда, ля, на Кременского поперли. Ага. Ну да, я трех старых взял. Ну молодых же я сюда не привезу. Сейчас они должны это самое, вот они разворачиваются и должны взять ориентир. Ну никогда их сюда не завозил, ветерок. Сейчас гапака покажу, вот гапачка летают голуби. И я своих он кинул, троих. Так, 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 так. Трех старых, километр, ни разу сюда не завозил. Посмотрим, как они себя будут вести. У гапака голуби открытые. Как раньше было. Вот он еще понес подкинуть. Даже не понес, а побег. Вот настоящий голубятник. Старость его дома не застанет. Он с голубями, он гоняет. Вот он кинул парочку. Виталя к нам приехал, мабуть. Моя тройка набирает. Виталя! Тройку привез. И чужачка называю. Может, она и твоя голубка. Полосатая. Всегда мы ее чужачкой называем. А-а-а. Ну как она прибилась когда-то летом, знаешь. Mm-hmm. А я начал зимой гонять и говорю, да у нас таких голубей нету. А они на меня, ну, они на голубей ноль эмоций. Я говорю, ну ловите ее. Посмотрели кольцо, там кольцо, ну, не наше, понял. Вот она, понял? Я думаю, что это может быть твоя голубка. Вот обелохвост. Да, она одна сбоку. Вот. Видишь, у нее полет какой. Вот они набирают. Это Криворожская, наверное. Кольцо может быть там и синенькое, и красное. Не, кольцо клубное. Клубное? Клубное. Значит, выводилось у тебя. А-а-а. Вот она, видишь, какой полет у нее? Да. Отсюда тройку кинул. Ну, надо посмотреть потом кольцо. О, красиво что-то у него останавливается. Это кто? На Барнячонок этот самый, это этого. Кременского, что ли? Кременского. Конопатый, ага, я его знаю. Так, 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 так. Мои уже вот тут, да, вот они. С Ущекинами. Ну, должны. Он одна уже уходит. Видишь, он конопатая. Ага. Конопатая уже берет. А двое вот стоят здесь. Привет. Привет, привет. Вот это стальная, город Киев. Приехали уже, да? И чужачка, как я ее называю. Стальная Киев и чужачка здесь стоит. Одна уже поперла домой. Не, сработал. Эти здесь набирают высоту, щеки, над ущекой. Набирают высоту.
Думаю, кину отсюда. Знаешь, я их всегда туда вожу, а это отсюда, знаешь. Да, конечно. Пару, тройку кину. Что не знают? Не, ну против ветра же они шушат. Ну так немножко и против ветра. Они уже, да, одна уже пошла. Когда гнаны, оно. А это кременсковаться, да? Да. Хорошо останавливается. Хорошо останавливается. И крыло нормальное ставит, да, голубь хороший. Он мне в основном брачок дает, понял? Ну такое какое-то. Я там показываю на кудряшок. Я говорю, вот смотрите, там хвостик такой, а крылышки какие. Ну, в общем, знаешь. Вон они уже, видишь, перестраиваются. А Коля еще подкинул, да? Ты с камерой приехал, он решил. А у вас что там с камерой? Что-нибудь робите, чини? Ты только села приехал, Вов. Понял. И сразу на съемку попал. Ну да. А я думаю, дай-ка заеду кучу. Ну, я к Кременскому ехал. А! Еще ж, он мне дает, вот уж, помнишь, есть ролик, что он мне дает на полигон. Ага. И там рыжополосатый, понял? В общем, жебарчонок нет. Еще рыжополосатый такой, с пестратой. Но он уже такой, видно, что зимний. Ага. Я его день подержал и выпускаю. Ну, всех выпустил, ну, да его выпущу, понял? В общем, он неделю был у Ромки был, ага. Кушал. Все. И через неделю пришел к Кременскому. Через неделю. Вот я еду его сейчас забирать. А жон, пара. Это ж Вовка, еще нет. Не, мои пошли. Не, овцы лазят тут. Где они? Вон белый хвост идет. Ага, да. Ну они еще. А он пошло низом выпадает. Да, оно полазило. Они полазили, должны уйти. Должны, а там посмотрим. Вчера вот там, смотрю, чужое, а вечером сидю. Ага. Ветра нету, садится, ласточка, там где-то со школы. И упало, так и не взрывалось. Вот такое время, может, полностью. Не белый? Не, белый хвост. Да. Ну, может, по одной. Ну, это не, а там, смотри, пара. Я загнал такого чаюнча белый с пестриночкой. Нет. Виталий, а тебе пара вон. Он трех привозил. А, понял, все. Я трех. Которая уходила, он вертается вон. Назад. Полосата белохвоста вот выпадает, оно, он стальное, на больнице. Вот, сука, я это. Ты не кидался? Выговорил, негде пополнить это. Тут были так погнал. Кременской Витя. Это ущипы. А конопатый, темно-конопатый, ваш вот это вот? Да. Одна в середке? Да, валенки. Понял. Беспарный. Понял. Всю зиму пролетал. Да. Зимой бы не гонял, всю вечер. Ага. В гостях у Виктора Кременского, у супруги день рождения, круглая дата, 25 лет. А это... Мои все девочки. А это моя жена. Да, хорошие у тебя девочки. Очень хорошие девочки. Так, всем внимание. Хорошие девочки за хорошим столом. А то детский стол у нас, но нет пустого места. А то детский стол. А это шашлыки, наверное, когда-то будут. Да что, только кашу сварили. Понял. Сейчас кашу будем кушать, а потом еще. Только начинаем. Андрюха уже готов. Андрюха уже готов. Ну, гоняй, я еще не кормил. Ага. Потому что колотюся. Ага. Ты ж видишь, как я для жены приготовил. Вижу, вижу. Смотри, сделал. А если бы у меня такая была молодая жена, я бы тоже все приготовил. Но у меня, к сожалению, такой молодой нет. Ущеки немного летают, там я своих тройку кинул, понял? А? Ущеки немного летают. Да я ж не, ну какой летает? Вот, смотри, какого дал. Какой есть? Я одно переложил, а одно вот. Ага. Скинул же и уже и вылупилось голубя. Я понял. Скинул же я гарбора и, там. И опять одно. Ага. Ну то потом, за гарбора. Ага. И, ну уже видишь, уже слабенький, уже бачу. Оно. Угу. Твои все. Начинают летать. А где тот этот самый голубь, который пришел через неделю? Такой чахлый. Да? А куда? Ну неделю. Неделю по жаре он лазил. Я рассказываю всем, говорю, вот так. А я ж там, Виталька был, гопак. Я говорю, через неделю к нему пришел. Голубь. Сейчас я их выгоняю. Ага. Я ж не кормил. Покажи того красавца голуба. Да сейчас покажу. Неделю не было, пришел домой. Зашли в
кормить надо. Я же и утром не кормил. Ага. Помощник растет, Андрюха. Вчера было день рождения, 8 лет. А позавчера 8 лет. Сегодня маме 25. Габак ждет подъема. Какой подъем? Какой подъем? Еще не время подъем. А может, одеяло лучше марселевое? Да, они же не готовы, они же кушают, понимаешь? Да, понимаю. Я ж в это время кормлю. Мяч чуть-чуть не спалил, ё-моё. Вот папка как может попасть. С первого раза и сразу в этот, в мангал. Ну не кушать, они сейчас прилипали. Понятно. Ну да. Что ж ты тут намешал, вот Гарбор говорит, что-то ты тут понамешивал, а что никак? Понамешивал? Да. Что-то ты тут понамешивал. А, ну посмотрим сегодня вечерком. Называется ролик «Гарбор выпивший».
Гарбор выпивший. Да не надо его, не надо зачем. Вот опять же партия, смотри какие. Ага. О, рыжеполосатый вообще же у тебя умница. Да вообще у тебя все хорошие, но... вот это ж все по этой линии, по-старому. Ага. По-старому. Понятно. Уля, Витя! 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 А ну покури, а то тут съемка йде, воно гуде. Покури. Покури минут 5. А то у нас на нерві йде. Ми тут день рождения празднуємо, а то воно... Ох, бля! Ветер поменялся. Вчера туда был, сегодня туда. Да, вчера был северный, сегодня как-то... Куличка, сегодня утром не кормил, просто уже начинается. Угу. После такого корма. Ой. Какая поилка перевернулась? Упала? Нет, это вытекает вода. Она, наверное... Небо не видно. Небо не видно. Продает, раздает, отдает. Небо не видно. Сколько ж они едят, даже боюсь его спросить. Сколько они кушают. Вот мне нравится у него белое. Белый, так? Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Уже по 3-3-200. Уже по 3-3-200. Уже на ножки, наверное, падают, да? Уже ходят, садятся. Ага, свой вес уже не могут держать. На кукурузку их, на кукурузку. Тьфу-тьфу на вас, тьфу-тьфу на вас. Тьфу-тьфу на вас, тьфу-тьфу на вас. Хорошие белые. Я ж не для того, чтобы такой там. Куличка, девочки, вдвоем не бейте грушу. Куличка, ветер поменялся какой-то, непонятно. А ты видишь разные ее, глянь. Да, конечно, вижу. Есть такие, есть такие. У тебя три направления. А Гарбор говорит, что ты что-то... А он и Джевор между ними, глянь, не той стоит. Да? Глянь. Не, а, вижу. А, ага, да. И Джевор стоит. Конечно, их пересортировать. Чтобы они вдвоем... Вот рябы интересные, видишь? Вижу. А он молодой. Да, нормально. Пока нормально. А тебе с того голуба? Голуба ж надо поймать того. Он, бедный, не наедает. Да понятно, неделю не ел. Сейчас покажем голуба, который неделю ходил и пришел домой. А вы любите голубков? Любите голубков? Вот, три сбоку, а там 4 сбоку уже вылетело. Ой, да. Улечка, на 40 их они. Угу. Над гопаком ничего не видать? Ты знаешь, да, где они стоят? Да не, ну 3, там 5. Его не видно. Когда куча большая, ты бачишь, да? Да
бачу я и 3, и 5, если я сейчас, все равно мне сейчас надо... Не говори. Я это просто так. Да тут, тут вообще, лук режу, чеснок режу, тут что только нема. Фу! Миша, давайте на улицу. Давай, давай, давай. Я же вам сказал, Андрюша побудет, давай, оглядывайся. Вылечка, где он есть? Он бедный, ему тяжело, он наився тяжело. А он, сидит. Да, Андрюха. Вот ага, я сидит, вижу, он да. Скрывается, третий он ага, сидит. Вижу, он да. Бедный, крыло опущенное, да, наедается, да, да, он да. Двигаться не может. Я пришел там, пугнул их и уехал, Кременского тут, за этим, Рыжопоясова забрать. Да, одного молочного пока. Кого поймал, твоих еще нет. Молочного привез. Приеду, покажу. Твоих еще не привез. О, точно. А, понял. Да скоро, через часик где-то. Ну, через полчаса, через полчаса. А ты разговаривай. Хорошо. Давай. Может, завтра утром... Ту голубятню нет, а в ту можешь бросить, ту брось. Там все равно никого нет, я же их это самое. Нет. Ну все, Андрюша, слав. Да, я ее от гапака кидал, троих. Чужачку ее и стальную, киевскую. Сегодня от гапака кидал. Сегодня кидал от гапака троих. А да решил старых кинуть, да чтоб они чуть-чуть. Все равно сюда ехал, троих кинул. Чтоб они полетали немножко. Давай, ага. Ага. Понятно. Давай. Хорошо. И всех, что есть там, всех, что есть, на крышу гони. Давай. Вот, вот это. Очень-очень я... кормит Виха. А ну покажи, Витя. И витамины вот еще этот. Е-мое. Вот смотри, тут ага. Все, я покупал. Вот. Вот представь, я насыпаю, смачиваю, перемешиваю. Это что свиньи летают? Не говори. Будет летать. Ну летаешь, гля, неделю летал. Неделю летал и прилетел. И все они так, день, два, три, пока это бывает задуя, схватится, а потом раз, а потом возвращается. Да, это ж надо, неделю не было, пришел домой. Молодой голубь. Пошли наверх, я сыпну и там поймаю. Вот какая картошечка. На весь мир будет. Картошечка какая, увидите. Вот, а то за яблонью покажись, покажись. Что там у него? Ну все, понемножку есть. Хорошая у него хозяйка. Это от солнца прикрыло, да, чтобы не горели? Ну, конечно. Ё-моё, это ты все зарабил, да? Ну, а кто зарабил? Ё-моё, Виха тут. Картошка, глянь, уже по пояс, а не ага. А что ты вот это, как-то у тебя вот это, ничего нету. Пора. Кто только посеял. Да, понятно. Картошка уже по пояс, ё-моё, вот Витя молодец. Слышишь? Да. Володь. Да. Вот это ж. Девин. А ось еще выходят такие, ось. Аж ось. Может, тоже этого ряба мне подаришь? Какого? Ось, рябы. Все равно ты его держать. Они еще будешь. Кормят. Да? Их двое такие. Вон еще одно. Вон, он еще их кормит. Понятно. Уличка. Тут еще, ё-моё, сколько ж они у тебя едят, Виха, мне жалко. Два ведра. Мне жалко тебя, два твою ведра. Семью, что ты столько на них бухаешь. А потом... И вон еще один рябый такой же, вон, бачишь. Вот ага. Да. На полигон. А потом. Да, ну уже само есть. Само уже есть. Их же двое. Двойко. Их же двойко. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Хотел тебя выручить, чтобы ты меньше тут кормил.
один. Ну, парочка. Вот он, ага. Угу. Крыла выслы, худой. Ну-ка, дай. Вообще. Да. Вот это он неделю не было, пришел к Вихе. Сейчас я в коробочку там поставлю. Угу. А ты на Кудряшовку хочешь? Да, на Кудряшовку. С города он уже придет, все. Кудряшовки у меня уже там твои есть, понял? У меня уже там два десятка, так что нормально будет. С Кудряшовки он уже не придет. Я хотел же тебе три сбоку показать. Четыре. Вот это я ждал. Угу. Не масти, кто-то скажет, да, это вот кто-то нема, скажет. Нема ничего. Да. Ага. Только вылетело. Да. Видишь, за, над головой. Видишь? Да. Только вылетело. Да. Сейчас мы пусть. Это товарищ пришел. Поснимай, здравствуйте. Будешь в Ютубе. Ой, желтенько вышло у тебя, желтенько вышло. Неплохое. Нежненький цвет. Это бабочка. Да? Ну, такое, более это. Простенько, видишь? Ну, я говорю, три линии. Если их перебрать, там, знаешь, видишь, остро крылось. Хвостик так почти нормальный, но еще тенчат. Да. Крыло перелиняет, через год-два будет нормально. Это что, его год-два будешь держать? Голубочку надо оставлять, потому что у меня желтые, рыжие. Понятно. Ястреб поубивал, вот летает 5 Сейчас штук. Уже не будет. Ну, сейчас не будет, все понятно. Вот и летает 5 штук, одна желтая там будет. Да, я знаю. Желтого, красного всегда в первую очередь выхватывает. Я хотел тебе найти 4 сбоку. Мы долго тут не будем. Да, долго мы не будем. У меня тоже голуби открыты. Долго мы не будем. Да. Долго мы не будем. Мы. Да. То, что мне еще своих надо кормить. Гарбовы подивиться. Були да он подивится. Он же смотрит. Були в него такие? Ну, не знаю. Говорит, что ты очень много что-то намешал. Намешал? Да. В нашем регионе тут в яме я и мешаю. Чтоб они летели, правильно? Ну, если конечно. Тут не мешать, что ж. Все, Виха, заканчиваем. Отличный ролик получился. В честь дня рождения твоей супруги. Молодой, 10-й по счету. Да ладно, не надо. Не надо? Ладно, не буду. Ведро высыпает Витя вечером и ведро утром. Два ведра. Смотрите, утром какой форм. Меньше. Утром меньше. Утром 2/3 ведра. А вечером ведро. Смотрите, какой корм. Вот почему голубята у человека. Я такой корм не ем. Я тебе честно говорю. Вот это ж... И тут.
будешь. Ага. По одному, по два поставлять. Угу. Да. Ты таки на полигон белоносый. Угу. Угу. Бачишь? Бачу. Еще ей. А голубятня чистота, порядок, сухо. Это не то, что у меня. Белоносый, но чернопояс. Да. Это даже... На даже, полигон. Даже и это. А тут такого еще не было, глянь. Белый с полетом интересным будет. Это вообще будет. Как вот только крыла складываются. Я их уже и так бачу. Вони... Виха, ну мне уже время тоже на своих кормить. Мраморные. Вон красивые. Одни. А тут есть лускаты. Я не убив, а це став по одной. Угу, угу. Тупое круглое крыло. Угу. Хвостик уже нормальный. Угу. Тут двое маленьких, там маленькие. Ну все, Виха. Там большие. Так покушай же надо. Да ну чутка перекушу, попробую, что там жена у тебя делает. Какая она у тебя? Еще и это. Повар. Она ж у тебя профессионал. Вот это ж ряба я опять. Это ж я не от того рябого положил. Ну редкость, видишь, немножко редкость крыло. На полигон таких рябых, если не продать. Редкость. Это гречаные. Буры, буры. Ох, пестрина. На полигон. Ну все. Все. Только напаты. А, осях. Дождался. Вот это мне интересно. Одно туда приложил. О. Да. Да. Ё-моё. Это как чаевные там были. Так, как раньше. Ну, как раньше когда-то было. Вот это сколько плохо, лет. Что, конечно, хвост не белый. Но ничего. Ну. Это я ж не для харьковчан. Как раньше. Вот это должны быть тоже сильные. Тоже, бачишь, в хвостах есть. Все, это на полигон. Я скоро на Кудряшовке там начну, скоро... и ты будешь подбавлять. Как вчера он на этом говорит, чтоб вот так. Да так и голубята не бачат. В Ютубе кто-то показывал, да? А це надо так держать его, я то бачу. Вот так надо держать, чтобы крыло. Глянь, верховим с таким этим. Ну, на таком же. Кто-то. Я как наслухался, так это. Ладно, пошли, Виха, ты ж мне голубів кормить. Я же еще хочу у тебя покушать еще трошки. Перекусить. Все, пошли. Там чорноконоп. А в этого голубя уже одно я отложил, одне уже вылупилось, да? Белоноса. И голубя, и... Одни туда, другие туда. Понял. Там три сбоку. Качай по ним. Так, ладно. Ладно, давай ящичек пока. А потом я тебе его отдам. У меня есть ящик в этом. Так, застолье такое вот. Пара молодых. Это моя самая любимая. Голубка. В твоем. Голубятня. Так вот за нее за. А это мои все любимые друзья, в том числе и ты. Давай я тебя снимаю. Не надо, не надо, меня все знают. И все знают. Да. Ну за тебя. Давайте, за тебя. Спасибо. Я даже стоя выпью. Правильно. Может, еще вырасту куда-то. Даже варить. Настоящий душевный друг. Да, а я подруга. Ваша. А с тобой мы потом. Я ж не семейный психолог. До тебя очередь дойдет. Хочу бутылку у нас поставить, а то мешает. Ну, я начну, ты продолжай. Давай. Что давай? Я тебя поздравляю, Леночка. Здоровья тебе желаю. Счастья в твоей личной жизни желаю. Успехов у твоего сынулечки. Пусть он радует тебя всегда. Вот. Муж пусть тебя носит на руках. А мы, друзья, будем всегда рядом. Поэтому за тебя с прекрасной душой человек, оптимистичная, живая такая. Хорошая девчонка, за тебя. Спасибо. Заряжающая. Леночка, могу только присоединиться к этому и сказать, что вы наши очень хорошие давние друзья. Нам с вами хорошо и комфортно. Мы здесь прекрасно всегда отдыхаем, здесь всегда уют, радушие принять.
принимали гостей, всегда очень радушно, поэтому нам всегда здесь времени мало, всегда время пролетает очень быстро, к сожалению, и всегда здесь хорошо отдыхается. Здесь хорошая аура, и дай Бог тебе, у тебя хорошая энергетика, и у тебя здесь в квартире, в доме, в вашем очаге. Дай Бог тебе здоровья. К ней разная любовь. А вы что сидите? Целуйтесь между собой, целуйтесь. Дай Бог здоровья. Спасибо. Хорошо. Угу. Выключи. Просто а хорошо еще лучше. Ага. И рассказывайте. Пошла жара. Ох и мясо. Губами ешь, да? Нормальный посол. Я с жену свою знаю. Выглядит даже в сыром виде аппетитно. Это не то, что и мне пришлось, что я сказал. Больше в компаниях я не жарю такое мясо. Помню. Больше я сказал, такого я не жарю. Говядина, я же Шмоке позвонил, говорю, Володя, ты где его брал? Я не знаю. Я говорю, слушай, похоже, что это говядина. Это я, Володя, был в гостях, когда на день рождения. Очевидно, я, говорит, пришел, там уже никого не было, мне сказали, вот это, все, бери, это хорошее мясо. И он это все оптом забрал, там тебе 5 килограмм. А какой цену сейчас? Вот. Ну, перевез я их сюда и жили в такой барак, квартира, ну, одноэтажная, и тополя сумасшедшие. Так вот, были голуби у меня, раньше голубей держали. Фу! Значит, сейчас. Так. Сели, Дашечка. Тихо. Да. Все, тихо. Петя. Сели. Дашу. Так вот, голуби были раньше, на месте. Открываю, раз, и они вот так вот. Не дай бог, чтобы села на дерево. А вот гопак же ж постоянно приучал. Ну как приучал? Раз одну села, раз вторую села. Я сказал, сели за стол. Сейчас, 5 минут. Так что хочу сказать, что... Тогда еще, ну тогда же было голубятников море, и голуби все были только на месте. Нет, не дай бог разворот, не дай бог там лодочка, все это. Ну тогда же и время было такое. Ни химии, никаких... Интернета не было. А? Интернета не было. Да интернет. А сейчас раз, говорит, полетело туда, круг туда, добавили серпа, а потом рассказывает, торец какой должен быть, какое крыло. А я вывожу, ее в гнезде ее уже бачу. Тупое, нормально. Хвост сразу раскрывает, не палочка, а так сразу пушистый хвост набить. Но все ж ожидают лед, чтобы они ж летели. 2-3 часа, а с Крыма приезжали, брали ящиками, помнишь, Лена? Там море, там поток, там это, лебедь. Стоят по полдня и красиво, на месте, все заводит. Ну, так как у меня просто у меня сейчас 3 линии, ну, есть попроще, есть это, есть... А говорят... Должны быть голуби такие, чтобы крыло на крыло, над головой, крыло в крыло. Лиха, за мясом надо смотреть. Да нормально. Что нормально? Даш, о, видишь? Вижу. Вовремя сказали. Вовремя сказала жена. Жена вовремя тебе сказала. Давай, да. Тут все, я все по уму. Молодец. О, ну что, ничего. Друзья, сегодня моей жене... Круглая дата? Да, родная. Круглая. Круглая. 15 лет. Причем тут вслух не произносишь? Да. Света, я тебя сейчас подрежу. Оно все слышит. А все не знают. Да, вот я ж искал. Ты представляешь, весь мир будет смотреть. А ты говоришь, сколько? Я их даже 15 даю. А я 12. Вот так. Кто меньше? Да? Наш лот столько. Так что я хочу сказать, что все будет нормально, придет время. Главное сейчас лето пережить. Так, ты вот этим, вот, ты вот это, вот так вот берешь. Да? Вот так. Ничего не делать. Не, чтоб потушить огонь. Пока огня не надо. Вот так вот, раз. Да ты меня научишь. Я Кавказ прошел, и ты меня будешь учить. Нормально. Ну, насчет мяса могу.
Насчет голубей, конечно, я тебя не научу. Голубевод ты у нас от Бога. А что, глянь. Так вижу, не, глянь. Ну просто огня не надо, чтобы было. Вижу. А то ты сделала, говорит, ты что, туда сыпнул? Не, ну он сам пошел. Как я могу сделать? Ну. Видишь, какую я галерею сделал? Вижу. Отличную галерею сделал. Для жены подарок. Я тоже недавно под банки сделал. Маринка. Полочки. А Нось, посмотри, выйди, что я сделал. Я посмотрю, Вить. Сейчас я потом, да? Да я хотел же, чтобы меня и сняли. Да тебя и так все нормально сняли. О, а так ты меня любишь. Я сказал... Ты его голубятами кормишь, не? Не, он не ест. Нет. Ладно, пошли давай голуба, я пойду. А что, не подождешь? Да не подожду. Я наелся, все очень вкусно, молодец. Ты глянь еще. Вижу. Да еще надо своих хотел. Кормить, надо своих кормить. Видите? Я бы сидел и пил бы, и ел бы. Ну, надо ехать. Ласточка. Да, пошли. Вот смотри, слышь, Сейчас. Да. Вот смотри. Ага. Черные с черным дают это. Ага. Ну такое, не белоносный. А вот этот черный, что гонит, ага. Там он голубят. Ага. Дает черных белоносых. Понял. Меня что забрали, приехали, забрали. Угу. С Приволья? Не. Откуда? С Киевска, Торская, Киевска. Опять еще приеду. Все, Виха, погнал я.